Сегодня фотографии может сделать каждый из вас. А раньше... Он там переночевал и нашел базу, и вылечил всех, кто там.
Они растут на что? Горшка? Да. Я не знаю, я их никогда не видел, но знаю, что они пьют светится. А найти их можно в пустыне, но это очень сложно, потому что они растут около водоема. Спасибо. Мы с ними здесь были. Вот там. Вот это там. Трава какая-нибудь. Кусики, там кусики, кусики! Ладно, идем.
кто с Пашей показывает, как ужасно выглядит. Типа, типа! Не более старого. На ромашках встречаются. Типа, типа! Типа, типа! Они не типа, типа. А вы знаете, что Павлуш это самая высокая росточка? Типа, типа! А вы знаете, что у нас есть все жора? Типа, типа! Типа, типа! Типа, 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 типа! Типа, типа! Летите на помощь, капитаны! А там разберем! На помощь, капитаны! Педагог, организовался, Аннет.
сижу, скучаю. Да приходи к нам в жмурки играть. О, жмурки, сейчас приду. Привет, Аленка, что делаешь? Да ничего, сижу, скучаю. Да приходи к нам в догонялки играть. О, догонялки, сейчас приду. Привет, Дениска, что делаешь? Что-что, ничего, сижу, скучаю. Да приходи к нам в прятки играть. О, сейчас приду. Ура!
знакомых вещей. Я сейчас же стал их рассматривать. Дениска! Дениска, ты где? Выходи! Во-первых, там было очень много дубей разных посудок, и все довольно старые. А еще плоский деревянный чемодан, на чемодане алюминиевая корыта вверх тормашками. Я очень удобно устроился. Голова, корыта, чемодан, поясница, очень мягко и уютно. Дениска, Дениска, ты где? Выходи, уже всех нашли! Мне было весело, и я все время представлял, сколько будет смеху, когда Костик меня тут найдет. Но в это время в комнату вошел никакой не Костик, а вошла Евросинья Петровна, симпатичная старушка, но немного похожая на бабу Ягу. Перезрею. Где? А где? Грабят. А вообще?